все-таки должно включить этот механизм. О своей охранительной функции. Тогда не будет вот этих новых жертв. Я хочу обратить внимание, что когда людям предлагают солидаризироваться с оскорблением, кощунством, унижением, им предлагают стать не только правонарушителями, им предлагают стать новыми жертвами. Государство вообще не имеет права вести себя как преступник. И поэтому сегодня, когда мы видим просто преступную терпимость, то, что модно называть толерантностью, фактически к проявлениям фашизма на Украине. Это что за толерантность? Такая толерантность возможна только в одном случае.